Здравствуйте, Аурелия, компания Максимаркетс ТВ. Можно задать вам несколько вопросов? Пожалуйста. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? На рынке Форекс я недавно, можно сказать, неделю только, но я уже чувствую себя, как будто я уже здесь давно, потому что мне очень нравится. Мне очень нравится, и познание в этой области у меня развивается очень быстро. Помогает Алекс очень хорошо, ваш сотрудник. Вы вот упомянули своего личного менеджера. Можете рассказать немного подробнее о его работе и как именно он вам помогает? Значит, Алекс. Алекс, значит, менеджер, он, значит, поддерживает меня с самого начала, то есть буквально с того дня, когда я зарегистрировалась на форму. То есть ежедневно он со мной связывается, он просматривает мои перформанс, как они выглядят, если есть какие-то советы в этом плане, то есть он со мной связывается, дает мне эти советы, либо же отвечает на возможные вопросы, которые с моей стороны исходят. То есть да, значит, у меня есть необходимость с ним связаться, то есть это всегда очень быстро возможно и А на каких валютных парах вы обычно торгуете? По-разному, ну, в общем, на валютных парах я не так много торгую, там то есть не мои фавориты, скажем так. Вот, но у меня вот были, ну, евро-доллар — это такая вот классика, скажем так, которой вот многие этим занимаются. Потом, значит, британский фунт и венгерский форинт были. Потом, значит, были американский доллар и швейцарский франк. Ну, в общем, вот это эти, которые мне уже знакомы. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Да, я так и намереваюсь, то есть для себя, то есть мне это занятие очень нравится, причем, значит, я вижу, что это мне приносит доход, и я собираюсь сделать это своим основным заработком, то есть я собираюсь интенсивно этим заниматься, у меня действительно уходит практически весь день и весь вечер на это, я сижу у компьютера прям как на работе. Даже еще меньше у меня остается времени, чем раньше, когда я работала на другой корпорации. Но мне это все нравится и очень приятно. Аурелия, а что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Начинающим трейдерам я бы посоветовала... начинать, может быть, более мелкими шагами. На тот период, пока они освоятся, пока они будут более свободно сидеть на платформе и смогут сами просчитывать свои решения, с этого момента я им посоветую более мелкими шагами начинать. А что еще вам кажется важным в этой работе? На что нужно обращать особое внимание? Лично я обращаю особое внимание на политические новости, финансовые новости, то есть с этого начинается мой день всегда, и мой день заканчивается этим и начинается этим. То есть если быть правильно информированным, то, естественно, и подготовлен к новым трейдам, то есть ведь это очень... Немножко иметь интерес к политике, к финансам, и таким образом, в общем, ты более осознанно, что делаешь. Аурелия, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Максимаркет желает вам успешной торговли. Спасибо вам большое. Спасибо, Надежда. Вам тоже успехов. Спасибо.